Всем привет, дорогие подписчики и зрители, с вами Грегори. В этом видеоролике я хотел обсудить с вами одну проблему, связанную с моим каналом. Это связано с активом, то есть желанием делать видеоролики и так далее. Погнали! Все началось еще 3 сентября 2020 года, когда мой канал еще назывался YoConor2001. В этот день я собирался провести стрим, а точнее проект «Вопрос-ответ» в формате прямой трансляции. Прямая трансляция успешно была проведена, но после этого прямую трансляцию удалили, а точнее заблокировали, и в том числе мне заблокировали в этот день возможность сделать стримы. Казалось бы, блокировка продействует как минимум 90 дней, а точнее те же самые 3 месяца до декабря 2020 года. Но как бы не так. В декабре этого же 2020 года YouTube мне так и не вернул возможность вести стримы. И мне показалось, что эта блокировка оказалась, можно сказать, вечной. То есть мне ее никогда не вернут. Возможность делать стримы. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Это дало мне знать о том, что актив на моем канале будет не таким высоким, как был летом 2020 года. Это я уже начал ощущать не только по активу, но и по количеству просмотров. Я их копил только для того, чтобы включить монетизацию. А мне, как известно, чтобы получить возможность включить монетизацию, нужно набрать 4000 часов просмотров. Но не суть. Если летом 2020 года на моем канале было всего 3200 часов просмотров, то сейчас уже количество упало на 600 часов просмотров меньше. То есть сейчас у меня 2600 часов просмотров. Падение количества часов просмотров вызывало у меня панику, а тем более головную боль. Поскольку для того, чтобы количество часов просмотров не падало, мне нужно было сделать больше видео. Но была другая проблема для создания видео. Для того, чтобы создать видео, мне нужно было иметь как можно больше идей. А у меня с этим просто, можно сказать, катастрофа. Другими словами, у меня идей не так много. Или даже хуже, дефицит идей. Существует на моем канале и другая проблема, но на этот раз уже связана с активом. Все дело в том, что мой канал сейчас мало кто смотрит, а если и смотрят, то в основном это телефаберы или даже зрители от 8 до 9 лет. В большинстве случаев бывает, что происходит ко мне на канал зрителя, который допускает грамматические ошибки в словах, когда печатает комментарии на моем, типа, гувзаимку. Последняя проблема на моем канале является видеомонтаж. Как таково, невозможно назвать его говно, но при этом невозможно назвать его качественным. Но вся проблема в том, что я раньше монтировал PowerDirect с 2018 года. До того, как в мае 2020 года я перешел на видеоредактор Mavavi, а в сентябре я перешел в Sony Vegas. Но тем не менее, какой-никакой актив был в сентябре, а также в октябре, ноябре и в декабре 2020 года. Но уже наступление с 2021 года актив стал только уменьшаться, да и количество часов просмотров тоже. Ситуация была ближе к критической, из-за чего я готов был забросить свой канал. Но я как-то не решался забрасывать, ввиду того, что это станет только хуже, а количество часов просмотров будет падать только сильнее, ну и актив соответственно. В принципе, я высказал все проблемы своего YouTube-канала. И на этом я с вами прощаюсь. Спасибо всем за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите идеи для новых видеороликов. С вами был Грегори, до новых встреч, пока!